Мэрия Сыктывкара прервала процедуру заключения контракта на строительство детского сада в Эжеве 4 сентября. Аукцион выиграла кировская компания «Вятка-стройсервис». Ее конкурентом было другое кировское ООО «Альфа-строй». Как пояснили в мэрии, отклонение заявки произошло, цитата, «по формальным признакам в рамках рассмотрения второй очереди». После доработки документации якобы конкурс объявят повторным. Более подробно заказчик работ комментировать ситуацию отказался. Напомним, согласно проекту, садик на 270 мест должен был появиться в 3-м А-микрорайоне, на сегодня одном из самых динамично развивающихся. Объект стоимостью в 217 миллионов рублей должен был быть построен до 31 августа 2020 года. Внешне он будет точной копией яслей в Нововятском районе Кирова.